Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшний репортаж хочу провести из одного маленького города Казахстана. Не буду называть название, но я здесь как будто вот 90-е годы были же. 90-е годы. Попал как бы вот в эту эпоху. Конкретная разруха тут. Ну, люди живут, как-то что-то еще делают. Не знаю, никаких производств вроде бы здесь нету. Только железнодорожная. Железнодорожная здесь ветка. Центральная из железнодороги. Видимо, из-за железной дороги здесь еще сохраняется как бы какая-то стабильность. Да, один завод здесь был. Сейчас не знаю, он работает, не работает. Что-то там делают, но производство уже как таковое приостановлено. Сейчас хочу на центральный рынок сходить. Там посмотреть. Воскресный базар называется. Вот. Смотреть цены. Ну, я когда попадаю в такие места, я всегда... Ну, как бы меня не то, что удивляет, а попадаешь, короче, в другое время какое-то, как будто ты вот со стороны приехал. Вот такие гаражи советские, видите, все до сих пор еще функционирует. Удивительно просто. Во многих еще нет воды даже. Есть дома многоквартирные, но в них нет воды. Не проведено там колодцы. Делают колонки люди. Туалеты на улице. Вот здесь летом, ну сейчас через какое-то время будет протекать канал. Сейчас пока пустой. Вот. Да. Такая глубинка. Хотя вон, видите, какой-то домик такой. Тут есть где-то люди, которые, видимо, поля сажают из-за полей. Рис здесь популярен. Хотя это юг Казахстана, ну, не совсем юг. Талдыкурганская область. Вот. Ну, здесь вот сегодня снег 1 апреля. 18-го года. Вот такая глубинка. Ну вот как от центральных городов отъезжаешь, Алматы, Астаны, Мускамана. Ну это еще как бы здесь более-менее, хотя, конечно, многое удивляет. Мы живем еще в таких, такие деревни. Для городских жителей, конечно, это. Вон, видите, лужи, дорог здесь нету. Как такие, ну, асфальтные есть, но очень мало. Они везде проведены. Бюджета, видимо, нету. Или куда они девают, не знаю. Ладно, я сейчас на базар дойду, там может быть еще получится снять. А так, всего хорошего. С 1 апреля всех вас. Пока.